Перелазим, 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 девочки! Прячьтесь, прячьтесь, прячьтесь! Туда, туда, все туда. Ты можешь здесь фоткать? Ходи, а ты оттуда фоткай, что? Давай. Быстрее, 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 быстрее туда. Саша, блядь, залезь, а! Прячься, Юр! Ну что ж, здравствуйте, здравствуйте. Вот на нашей красной дорожечке появляется знаменитый народный артист России Владимир Винокур. Сегодня в его честь, в его день рождения состоится премьера этой премии. Здравствуйте! Здравствуйте! Владимир Анатольевич, расскажите, как в этот прекрасный день? Вы сняли клип, какой замечательный клип. Да, шикарный. Сегодня клип. Премия, нога года. Расскажите, как вы себя чувствуете? Я чувствую себя вот как Максим Галкин. Да, здесь все ваши друзья, все ваши друзья. Спасибо. Все пришли вас поздравить, пожелать вам здоровья, счастья. Не надо. Владимир Натанович, вот Григорий Лев, да. Рюмка водки на столе. Владимир Анатольевич, расскажите, да, вот в 89-м, пойдемте, проходите. В 89-м году вы создали этот замечательный театр, да? В 93-м году вы снялись в этом фильме, вы пистолет-голушителем. Пожалуйста, ваши фанаты, не обижайте, не обижайте. Сейчас я отвечу на вопрос. Да, конечно, конечно. В 93-м году вы снялись в таком замечательном фильме, да, как пистолет с глушителем, да? Да, да. Но никогда у вас не было клипа. Никогда. Что вы расскажете об этом? Вас я помню, я все время вам даю. Время. Владимир Анатольевич, не обидьте фанатов, сфотографируйте с ними. Всех с фанаткой. Всех с фанаткой. Да. Да. Сегодня премьера вашего замечательного клипа. Приехали такие звезды, как Максим Галкин, Алла Борисовна, да, ваши друзья. Да. Что вы скажете об этом? Вы готовы? «Россия-2» подготовил для вас телесюрприз. Я готов. Готовы. Вы даже не представляете. Вы даже не представляете, с какими конкурсантами вам придется сегодня бороться. Но. Вот сейчас. Да. Но. Мы все надеемся, да, девочки? Пожалуйста, пожалуйста, не обидьте, не обидьте. Ты была первая. Владимир, давайте пройдем дальше. Не плачь, дура. Какие родители приличные. Владимир Анатольевич, давайте пройдемте дальше. Спасибо. От Ковровского привет. От Ковровского очень. От Лёни. Владимир Анатольевич, пройдемте дальше. А как мы знаем, как нам рассказали, что вы пошли артистом своих бабушку и дедушку по маминой линии. Они были у вас замечательные артисты. Они были артисты. Вот. Мы знаем то, что вы не поступили с первого раза в ЗИТИС. Я с первого не поступил. Но это не помешало вам стать великим народным артистом России. Владимир Анатольевич, здесь все для вас. Да. Все приехали вас поздравить с премьерой вашего клипа, который вот прямо проходим. Да? Как мы видим, пожалуйста, небольшой фуршет. Да, как мы знаем вашу великую историю, как мы рассказывали, что за $5 в Америке можно фотографироваться с президентом. Теперь, пожалуйста, да, девочки, кто фотографировать? $5. Я бесплатно. Улыбочку. Девочки, подбегаем, подбегаем, фоткаемся, фоткаемся. $5. $5 здесь, все отдаем. Давайте вместе групповое фото. Просит 5, дают 100. Можно? Можно? 5 раз. Разрешите мне, пожалуйста. А теперь все вместе. Подходим, подходим, подходим. Улыбаемся. Улыбаемся. А шеф не видит. Ой, он стоит нормально. Нормально. Он стоит. Улыбаемся. Что делать? Я не пью. Так, уважаемые гости, проходим дальше. Проходим
шампанское. Кстати, неплохо. Вы готовы к премьере вашего клипа? Да. Готовы. Ребята, проходим, проходим дальше. Не стесняемся, проходим дальше в зрительный зал. Я прямо в сверху. Давай. Алла, Максим, скажите, как вы попали в себя? Я тебя целую, я на съемках. Алла Борисовна, скажи, Максим, вы скажите, как вы сюда попали? Как вот вам вообще то, что сегодня будет происходить? Ваш такой друг. Сейчас. Максим, ты когда мы все приходим? Это моя боль. Да, сейчас звонил, что у него съемки, он не может. Не может ехать сегодня, но... Зато Григорий Викторович, отметите. Григорий Викторович, да, вы тоже присутствуете сегодня, да? Я очень рад, что приехал, потому что не приехать я не мог. Я принял два концерта. Рюмка водки на столе! Не платит за окно! Как мне подсказывают наши редакторы, Анатолий Иванович, я вас на секундочку покину, еще ваши фанаты здесь. Да. Пожалуйста, снимите фотографию. Так я... Пожалуйста, Дима, телефон. Ой, селфон не снимал. Я не на ту кнопку нажал, подожди, прошу. Тихенька, вы да. Не туда, не туда. Я кому сказала. Да где вы, который родился? Так, снять просто не можно. Девочки, снимите. Красиво. Курточку снимите. Держите. Слово Данилец. Давайте мы туда. Вот это нормально. Женечка. Через минут 16 перезвонить. Держите. Съемка. Держите. Пошли. Да что ж ты будешь делать? Добрый вечер, мои дорогие. Максимка, поздоровайся.
Добрый вечер. Стесняшка моя. Макс, да ты, ну, да зачем мне на руку встал? Да, это на АТВ. Кошечка киска. Из разных концов земли, и даже бабушка нашего артиста позвонила, одна моя подруга Марго. Вот, я хочу сказать, что я не то, что не ожидал, я каждый раз сюрпризы, но просто очередной день рождения, и вдруг такое шоу, такой клип сумасшедший. С днем рождения, дорогой шеф. Я считаю, что мы как бы, ну, вот один день в году я как бы не шеф, а рядовой артист театра пародии, лучшего в стране, а может, в Европе. Вот. И Нагиев подтвердит. Это подтверждает. Нет слов, потому что вот я сейчас с грустного события, но это как бы совсем другое. Но все равно нужно кланяться тем, благодаря кому мы
появились на свет, благодаря кому мы работаем, творим. Вот. И у нас много очень работы, особенно после дня рождения, он такой условный выходной. А завтра уже начнем вкалывать. Я хочу поблагодарить всех за год прошедший, с юбилея до сегодняшнего дня. И хорошего следующего года. Жду новое шоу, новый клип на вторую годовщину. Вот мне опять звонят. Да. Чё? Владимир Натанович, мы хотим вам вручить, конечно же, поздравили, а премию-то не вручили. Под бурные аплодисменты премию «Макакеры» за лучший клип получает Владимир Винокур. Это ваша награда, это ваша заслуга. Поздравляем вас. Церемонии премии «Нога ТВ». А пока, друзья, мы приглашаем вас на легкое препати и не прощаемся с вами, а говорим вам до новых встреч, до скорого года. Все, пока. Пока. Спасибо огромное. Сегодня настоящий праздник. Нас, Миш, ты сфоткайся тоже. Встань, у нас Женька нас сфоткает. Игорь, ты